Всем привет, с вами интернет Тула. Сегодня у нас какое там число-то? 24, по-моему, 24 августа. Работаем в Тульской области, Суворовский район, поселок Лужковский. На вечернем монтаже, уже темно на улице, ничего не видно. Поэтому работаем с переноской. Провели диагностику, определились с оператором, с оборудованием, вот уже установили антенну. Сейчас будем расключать кабели. Вот они болтаются пока. Просто так. Установим роутер, подключим, и уже будем юстировать антенну на базовую станцию. До базовой станции здесь недалеко, но здесь лес. То есть есть естественная преграда на пути следования радиоволн. Зеленый массив. Он небольшой, но он есть. Поэтому мы сейчас будем попадать, стараться между в прогалки. Прогалки, чтобы попасть на нужный нам сектор базовой станции, который отсюда находится на расстоянии порядка 6 километров, не очень далеко. Но лес все осложняет. В общем, сейчас подключим, настроим, покажу, что в итоге получилось по скорости.